Полтора года ограничения свободы получил казахстанец, пытавшийся перевезти ювелирные изделия через границу. Как сообщили в агентстве по финмониторингу, пассажир был задержан в столичном аэропорту при перевозке золотых украшений авиарейсом Стамбул-Астана. Вообще, таможенная стоимость незадекларированных ювелирных изделий и часов составила почти 1 200 000 долларов США. Нуржану Сурапову назначено наказание в виде 1,5 лет ограничения свободы условно с конфискацией более 7 тысяч единиц ювелирных изделий общим весом 28 килограммов на сумму 565 миллионов тенге в доход государства.